Компания «Татнефть» регулярно проводит праздники для горожан. На этот раз чувашский филиал отличился и запустил новый формат мероприятия – АЗС Дэй. АЗС Дэй – это возможность не только поучаствовать в конкурсах, получить призы, но и узнать изнутри, как работает автозаправочная станция. На всех автозаправочных станциях компании «Татнефть» в Чувашской республике появились бензины завода «Танека». И многие уже автолюбители успели почувствовать данный продукт на своих автомобилях. Как варить настоящий кофе, кто выпекает вкусные булочки на заправках «Татнефти». Об этом гостям рассказали на мастер-классах. Сервис все-таки вот, не только бензин, там, а вот и попутные товары, они вот тоже как бы влияют на покупателя в положительную сторону. Это любимая бензоколонка моего мужа. Он все время только на «Татнефть» заправляется. Во-первых, и цены доступные, хорошие, и постоянно подарки. Получить призы от «Татнефти» в этот день мог абсолютно любой. Для этого надо было пройти несколько несложных партнерских испытаний. Накачать шину, определить вид топлива и узнать песню «Перевертыш» от партнеров по автозвуку студии «Блюсмобиль». Организаторы подготовили несколько сотен подарков. От сувениров, сертификатов на бензин, мороженого, сладостей до аудиомагнитол. Я был здесь в прошлом или два года назад. Я там выиграл карту. Так что я теперь частным клиентом являюсь. Многие автолюбители отмечают, АЗС давно перестали быть только местом для заправки топливом. Важно, чтобы там можно было перекусить, отдохнуть, купить товары в дорогу. И «Татнефть» стремится к этим высоким стандартам.